времени суток, дорогие мои друзья! Сегодня мы с вами начинаем небольшой проект по вязанию куколки. Использовать я буду пряжу Yarn Art Baby, 100% акрил, 50 грамм, 150 метров. Если кого интересует колор, 854. Так, это турецкая пряжа, мягкая. Ну, у меня они есть в наличии, в остатках, которые я сейчас буду использовать на вязание этой куколки. Крючок буду использовать 2,25. И приступим к вязанию вот такой куколки. Она еще у меня не довязана. Вот, но я просто хочу показать вам ножки. Будем вязать вот такие ножки, пухленькие. Итак, приступаем. Делаем рабочую петельку и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую петлю от крючка по одной стороне цепочки мы провязываем 5 столбиков без накида. 1 столбик, следующую петельку 2 столбик, следующую петельку 3 столбик, следующую 4, следующую 5. И у нас осталась последняя петелька, в которую мы провяжем 3 столбика в одну петлю. Итак, провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2, сюда же 3. У нас вязание поворачивается, и мы сейчас будем провязывать по другой стороне цепочки. Хвостик вот этот от вязания мы прокладываем вдоль этой цепочки, будем ее ввязывать. Сейчас мы провяжем 4 столбика по этой стороне. 1 столбик, следующую петельку 2 столбик, следующую 3. И в следующую 4. У нас осталось вот этот хвостик, я убираю туда назад уже наизнанку. И вот последнюю петельку мы делаем прибавку. То есть в одну петельку предыдущего ряда провязываем 2 столбика без накида. Все, мы провязали. Сейчас по кругу у нас с вами 14 столбиков. Берем маркер. В качестве маркера использую ниточку контрастного цвета. Вот, чтобы отделять ряд от ряда. И следующий, второй ряд мы начинаем с прибавки. 1 и в эту же петельку 2. То есть мы провязали с вами прибавку. Далее провязываем 4 столбика подряд. 1, 2, 3, 4. Прибавка из столбиков без накида. Вторая прибавка. 2 столбика в одну петлю. И третья прибавка. 2 столбика в одну петельку. Далее провязываем 4 столбика подряд. 1, 2, 3. 4. До конца ряда у нас остается 2 петельки, в каждую из которых мы делаем прибавку. Первая прибавка. И в последнюю петельку вторая прибавка. Сейчас у нас с вами в ряду 20 столбиков. Следующий ряд мы начинаем столбик без накида. И в следующую петельку делаем прибавку. Далее провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас будет немножечко меняться вязание. То мы вязали столбиками без накида, теперь мы будем провязывать полустолбики с накидом. То есть мы делаем накид, в следующую петельку провязываем
петельку, 3 петли на крючке провязываем сразу вместе. То есть это у нас получился полустолбик с накидом. И теперь в следующую петельку мы сделаем прибавку из полустолбиков с накидом. То есть в эту петельку мы провяжем 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Накид, в следующую петельку 3 петли на крючке провязываем раз, еще раз накид, и в эту же петельку провязываем еще один полустолбик. Вот у нас с вами такое идет расширение. В следующую петельку накид мы делаем просто полустолбик, накид, в следующую петельку 2 полустолбика в одну петлю, раз и сюда 2. Это такой у нас будет прибавка. Опять накид, в следующую петельку просто полустолбик с накидом, накид, и в следующую петельку мы делаем 2 полустолбика в одну петлю, то есть делаем прибавку. То есть смотрите, как у нас идет расширение. То есть здесь немножечко пошире, чем пяточка. Там, где у нас пальчики, да, вроде бы, вот здесь должно быть как бы пошире. Далее мы провязываем уже обычными столбиками без накида. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем прибавку обычным, без столбики без накида, следующую петельку столбик без накида, и в последнюю петельку 2 столбика без накида в одну петлю, то есть прибавка. Вот мы с вами провязали этот ряд. Сейчас у нас с вами в ряду 26 столбиков. Вот такая у нас подошва. При желании вы можете вырезать стельку. Здесь вот я эту стельку не использовала в этих. А так, если вы сделаете стельку, у вас будет подошва более плоская. Но мне хочется сделать ее пухленькой, куколку. И я не хочу ничего такого выравнивать здесь. Пусть они будут вот такие. Она не будет, конечно, самостоятельно стоять. Но ее приятно будет держать в руках и тискать. Поэтому здесь я не буду использовать стельку. Но при желании я просто говорю, кто желает, тот может это сделать. Теперь у нас, поскольку 26 столбиков по кругу, сейчас мы провяжем один ряд за задние полупетельки. 26 столбиков. Раз столбик за заднюю полупетельку. 2 столбика за заднюю полупетельку. Давайте я еще, может быть, подробнее покажу. Вот смотрите, у нас косички вот такие вот в предыдущем вязании. Вот задняя полустенка, вот передняя полустенка. Мы провязываем за заднюю вот так вот раз и просто провязываем столбик без накида. Опять берем за заднюю стенку, провязываем столбик без накида. И так далее. 26 столбиков по кругу провязываем таким способом. Я думаю, что это вы можете сделать самостоятельно до конца ряда. Далее 26 столбиков за задние полупетельки. Завершили ряд. Маркером ряд этот отделили. Вот. И следующий ряд уже вяжем мы за обе стенки. Давайте провяжем один ряд без изменения. 26 столбиков. Иначе у нас с вами не будет пухленькая ножка. Вот. Давайте добавим здесь еще один рядок, чтобы она была повыше. Провязываем один ряд 26 столбиков без изменения самостоятельно. Мы 26 столбиков за обе стенки. Уже заворачивается наше вязание. Следующий ряд вот мы провязываем теперь 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее мы делаем 5 убавок за передние полупетельки. Первая убавка, вторая убавка, третья убавка, она должна быть по центру переда, четвертая убавка, и пятая убавка. До конца ряда 8 столбиков должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отделяем маркером. Вот так у нас уже носик появляется, да, у стопы. Следующий ряд провязываем 7 столбиков подряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Далее провязываем 3 убавки подряд за передние полупетельки. Раз убавка. Два убавка, это должна быть по центру ножки, и третья убавка. И до конца ряда провязываем 8 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Завершили этот ряд. Маркером отделяем ряд от ряда. Следующий ряд. Сейчас в ряду у нас с вами 18 столбиков. Следующий ряд провязываем столбик и делаем убавку. Далее провязываем 12 столбиков подряд. Раз, два, три, четыре, пять. Ниточку натягиваете, чтобы не были большие у вас петли. Шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали, делаем убавку, одну убавку за передние полупетельки, и у нас в конце ряда остается одна петелька, столбик без накида провязываем. Сейчас у нас с вами в ряду 16 столбиков. Следующий ряд мы провяжем 16 столбиков без изменения, самостоятельно. Провяжем сами. Далее мы с вами 16 столбиков. Вот такая ножка у нас уже получается. Следующий ряд. По счету у нас 10 будет. Можно сейчас на данном моменте наполнитель сюда добавить, я чуть попозже наполнитель. А так вы можете уже наполнять ножку, формировать ее, как вам нравится. Я чуть буду позже это делать. Так, следующий ряд по счету у нас с вами он будет 10. Провязываем 2 столбика. Раз, два. И вот тут в третью петельку мы делаем прибавку. То есть 2 петельки в одну петлю предыдущего ряда. Так, провязали 10 столбиков подряд, провяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем прибавку, расширение ножки, да, и до конца ряда 2 столбика провяжем. Раз столбик и 2 столбика. То есть мы сделали в этом ряду 2 прибавки, и у нас в ряду 18 столбиков. Следующий ряд 11 по счету. Но я не буду называть вам ряды, да, я думаю, что вы сами там сориентируетесь. 11 ряд и так далее. Теперь мы провязываем 3 столбика подряд. Раз, два, три. Делаем прибавку.
Снова провязываем 10 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Провязали, делаем прибавку. И до конца ряда у нас должно быть 3 столбика. Раз, два. И в последнюю петельку 3 столбик. Так, мы здесь с вами тоже сделали 2 прибавки. Было 18, стало 20. Один ряд мы провяжем с вами без изменения. 20 столбиков. Провяжите самостоятельно. Мы 20 столбиков. Смотрите, идет смещение у нас маркера. Сделаем одну петлю смещения. Провяжем. Одну петлю смещения. Маркером отделяем ряд от ряда. Вот здесь, на этом моменте, вы у себя, если вы записываете в тетрадочку, пометьте, что у нас 13 ряд, он будет у нас разный. Что у левой, что у правой ноги. 14 ряд будет тоже разный. Поэтому сейчас мы вяжем с вами правую ножку. Вот наша она будет правая ножка. Вот. И по правой ножке у нас здесь в этом ряду мы сначала провязываем 14 столбиков подряд. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Делаем здесь прибавку. И до конца ряда провязываем 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали. 14 ряд будем провязывать тоже с вами. Обратите внимание, разные ножки будут, да, левая, правая. Мы сейчас провязываем правую ножку. И здесь мы снова провязываем 14 столбиков. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И в следующую петельку мы снова делаем прибавку. И до конца ряда провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 15 ряд, он будет одинаковый и для правой, и для левой ножки. Поэтому давайте сделаем здесь, видите, тоже идет смещение. Мы сделаем 2 петли смещения, чтобы выйти на середину пяточки. Вы смотрите, сколько вам нужно, ну, чтобы был маркер на середине пятки. Вот, и 15 ряд, он будет у нас одинаковый, что у левой, что у правой ножки. Мы провязываем 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Делаем прибавку. Далее провязываем 12 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Делаем снова прибавку. И до конца ряда провязываем 4 столбика. Раз, два, три,
4. Сейчас в ряду у нас 24 столбика. Ну вот на этом моменте я уже немножечко подобью нашу стопу. Вот, и потом продолжим дальше. Набиваем самостоятельно. Набивать можно палочкой от суши, пальчиком, как вам удобно. Набиваете в носик, потом набиваете обязательно хорошо пяточку. Вот сюда, чтобы у нас пяточка тоже имела форму. Вот. И сильно не натягивайте, чтобы у вас не растягивались вот эти петелечки, чтобы не было дырок. Это будет, потому что не очень красиво. Вот я на этой стадии вот столько вот набила подошву. Мне этого пока будет достаточно. Сейчас я буду вязать дальше ножку и буду потихонечку, дойду до коленочки, опять подобью сюда немножко наполнителя и так далее. Вот. Вот такая вот ножка у нас получается. И приступим дальше к вязанию. Так, чтобы начать следующий ряд, мы сейчас с вами должны провязать до середины нашей ножки, внутренней части, да, вот сюда вот надо провязать. Ну, вот определитесь, ваша середина ноги, вот, и считаем, сколько вам нужно петель смещения сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, я сейчас провязываю 5 столбиков, чтобы выйти на середину ножки. Раз, два, три, четыре, пять. Все. И маркером ставлю маркер. То есть это у нас середина, вот видите, да, середина ножки, боковой части. И теперь мы должны провязать, поскольку у нас по кругу 24 столбика, провяжем один ряд без изменения 24 столбика. Ну вот мы провязали с вами 10 рядов по 24 столбика. И для того, чтобы завершить вязание ножки, вот такая ножка у нас получается, мы провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И мы оказываемся на середине нашей ножки. В следующую петельку мы вводим крючок и делаем соединительный столбик. Ниточку закрепляем, ниточку обрезаем. Прячем вовнутрь. Все, мы с вами провязали, связали правую ножку. Маркер убираем и наполнителем набиваем ножку. Формируем коленочко, чтобы у нас красиво все смотрелось. И набиваем. И потом начнем с вами вязать левую ножку. А левую ножку мы с вами будем вязать до 12 рядов, как и вот эту ножку, 12 рядов. А 13-14 ряд мы провяжем с вами вместе. Вот, я расскажу, в чем там разница. Вот. Вот так вот ножечка. Коленочка. Вот такая вот ножка у нас получилась пухленькая. Я смотрю, что-то у меня разные ножки получились. Но это почему? Потому что я крючок использовала здесь 2,75, а здесь у меня 2,25. Поэтому у меня немножечко оно получилось поменьше. Но это не страшно. У меня просто куколка будет еще мельче. Вот. Вы все можете тоже регулировать ниточками, толщиной нитки, толщиной крючка. То есть куколка будет побольше, поменьше. Ну, в данном случае у меня будет немножечко поменьше. Но это не страшно. Вот такая ножка у нас правая связалась. Теперь мы вяжем левую ножку 12 рядов по вот этой схеме. Как вот это мы вязали. 12 рядов провяжем самостоятельно. Там, где мы в 12 ряду делали 20 столбиков. Просто провязывали самостоятельно, без изменений, 20 столбиков. Это был 12 ряд. Вот на этом моменте мы с вами подключимся. Я вяжу за кадром, вы тоже вяжете самостоятельно.
Мы провязали с вами 12 рядов. Последний 12 ряд у нас был 20 столбиков по кругу без изменений. Также мы видим, маркер уходит в сторону. Мы делаем так же, как и на правой ножке, на левой мы делаем петлю смещения. Вот. И теперь вяжем 13 ряд. Он отличается от правой ножки следующим образом. Провязываем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем прибавку. Сделали мы с вами прибавку. Теперь провязываем до конца ряда 14 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13 и последняя петелька 14. Мы провязали с вами 13 ряд. 14 ряд, он также отличается от правой ножки. По левой ножке мы провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова делаем прибавку. И до конца ряда провязываем 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Сейчас в ряду у нас с вами 22 столбика. Ну, следующий 15 ряд, он уже идет такой же, как и на правой, на левой, без изменения. То есть провязываем 4 столбика подряд. Так, давайте сначала сделаем 2 петли смещения, потому что маркер у нас ушел в сторону. Провяжем 2 петли смещения. Раз и два. И теперь маркером отделяем ряд от ряда. И теперь мы провязываем 4 столбика подряд. 1, 2, 3, 4. Делаем прибавку. Провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем снова прибавку. И до конца ряда провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Маркером отделяем ряд от ряда. Далее обращаю ваше внимание. Значит, здесь вот мы делали, да, ножку, когда вязали, мы провязывали до середины, вот от пяточки до середины, вот здесь у нас было, мы провязывали 5 столбиков. Вот. А теперь там для того, чтобы... Это у нас правая нога, это левая. Для того, чтобы перейти вот сюда на серединку, мы сейчас провязываем вот эти вот петельки,
до середины внутренней части ножки. Это же левая нога у нас. Вот. И сейчас давайте посмотрим, сколько у меня получится. Я буду диктовать вам. Так, нам нужно серединку вот этой стороны. Итак, провязываем. Раз, сто. Так, и маркер нам нужно будет пока убрать. Потому что мы перенесем ее на другую сторону сейчас, этот маркер. Итак, провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16. Можно даже вот отсюда раз. Так. Где у нас вот так? Раз, два, три, четыре, пять. И еще вот эти два, да? Вот. Мы дошли до середины. И здесь вот у нас будет маркер. Начало ряда. И следующий ряд мы провяжем без изменения 24 столбика по кругу. Провяжем самостоятельно 24 столбика. Вязали. Теперь мы провязываем. Отличается тоже ножка левая, правая. Сейчас мы провяжем с вами 12 столбиков без накида от маркера. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Перешли на середину другой стороны. Теперь вот по переду у нас будет за передние полупетельки. То есть мы сейчас провяжем 12 столбиков за передние полупетельки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. У нас также в ряду остается 24 столбика. Следующий ряд. Так. Следующий ряд мы провязываем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем убавку. Далее провязываем 3 столбика подряд. Это будет середина пяточки. Два, три. Снова делаем убавку. Далее провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 сейчас. 5 столбиков мы провязали. В шестую делаем прибавку. Так, провязываем 3 столбика подряд. 1, 2, 3. Делаем прибавку. И до конца ряда мы провязываем 2 столбика. 1 и 2. У нас было 2 прибавки, 2 убавки. Также 24 столбика осталось у нас в ряду. Так, следующий ряд. Провязываем. Так, сейчас, чтобы у нас 1, 2, 3. Здесь вот будет убавка.
Раз, два, три. Провязываем 3 столбика. Раз, два, три. Делаем убавку. Провязываем 3 столбика. Раз, два, три. Смотрим, это середина пяточки у нас. Снова делаем убавку. Далее провязываем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Так, три у нас. Раз, два, три, пять, шесть. Давайте провяжем 6 в этом ряду. Делаем прибавку. 3 столбика впереди провязываем. Раз, два, три. Это 3 столбика. Это у нас будет середина переда. И в следующую петельку делаем прибавку. Так, и провязываем до конца ряда 3 столбика. Раз, два, три. У нас сейчас также 24 столбика по кругу, 2 прибавки, 2 убавки, и так осталось 24. И теперь мы самостоятельно провяжем 24 столбика, 10 рядов. Провяжем самостоятельно 10 рядов по 24 столбика. Далее мы вторую ножку, наполнитель набили. Смотрим, чтобы по толщине набивки была, ножки были одинаковые. Так, и что мы делаем? Можем булавочками. Так, сейчас я возьму булавочки. Можем булавочками оградить, где нам нужно соединить ножки. То есть мы смотрим, вот правая наша ножка. Мы ее ставим лицом к себе. И вот так вот пальчиками проводим. Вот так соединяем и выводим сюда-сюда. Ну, здесь нам не обязательно нужно, да, а вот с этой стороны нам нужна петелька, в которую мы будем присоединяться. То есть мы нашли петельку для присоединения. И здесь то же самое мы делаем. Левая ножка к себе носком и вот так вот проводим пальчиками. И вот так зажимаем здесь, берем маркер. Вот такой в качестве булавочка. И вставляем сюда. То есть у нас вот здесь вот должен быть соединение. Вот они, бабочками. Здесь у нас должно быть соединение ножек. Вот. Здесь у нас получился, мы закончили ряд. И нам нужно провязать 1, 2, 3. 3 петли смещения. Раз, аккуратно, чтобы наполнитель не захватить. Два, три. Ну и можем четвертую тоже провязать, и все. Это будет уже наш переход на другую ножку. Да? Тут будем соединение делать. Вот четвертая. Провязываем 2 воздушных петельки. Раз, два. Так, далее мы переходим вот в эту точку, где мы поставили маркер, вот в эту петельку. Захватываем ниточку и делаем соединительный вот такой вот столбик. То есть мы присоединились к правой ножке. Все. Мы присоединились. Маркер отсюда я вытаскиваю. Вот. И маркер у нас будет стоять впереди. Сейчас мы провяжем один ряд. У нас получается 24 столбика, 2 столбика, и там 2 столбика, и тут 24. Всего у нас будет 52 столбика. Сейчас мы провяжем 52 столбика. Смотрите, как
провязываем. Раз, то есть 24 по ножке по правой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 и 24. Все, по правой ножке мы провязали. Теперь нам нужно провязать 2 столбика по воздушным петелькам, по 2 воздушным петелькам. Провязываем, подхватываем за полупетельку, за переднюю полупетельку. Так. Раз и еще одну полупетельку. Сейчас сначала будет немножко сложно, потом все это у нас будет нормально. Вторая полупетелька. Так, это получается 26 мы провязали с вами столбиков. Теперь провяжем еще 24 по левой ножке. Раз, два, три, 24. Все, мы провязали. То есть 24 и 2 мы провязали. Это 26 плюс 24. Это у нас получается 50. И еще 2 петельки за другую сторону петелек, вот этих воздушных петель. Еще 2 столбика нужно нам провязать. Раз и два. Все, маркер ставим. В ряду у нас с вами, как я уже сказала, 52 столбика. Теперь мы провяжем 5 рядов без изменения по 52 столбика. Маркер поставили. 5 рядов, 52 столбика, вот так по кругу уже вяжем. 5 рядов. Провязали 5 рядов по 52 столбика. Вот так, такие ножки у нас соединились. На этом я эту часть мастер-класса пока завершу. В следующей части мастер-класса мы с вами свяжем ручки и продолжим вязание туловища.
потому что там у нас будут ручки вязаны, поэтому нам необходимо сначала связать ручки. Это будет во второй части.